На этой неделе в лечебных учреждениях Славянска начали выдавать больничные листы. До этого на протяжении более чем 3 месяцев люди получали только справки. Как оказалось, проблема дефицита бланков больничных листов была актуальна не только для нашего города. К великому сожалению, с июля-августа месяца образовался значительный дефицит бланков больничных листов в городе. Эта проблема, увы, государственная. Министерством здравоохранения своевременно не был проведен тендер для проведения закупок этих бланков. И в результате начались перебои с централизованными поставками бланков больничных листов. Сейчас, к радости, эта проблема уже разрешена. Мы получили достаточное количество бланков больничных листов, чтобы все выданные ранее в лечебных учреждениях справки заменить больничными листами. Медицинскими работниками проведена достаточно большая работа по заполнению бланков больничных листов. И все пациенты, которые проходили лечение в лечебных учреждениях города и получили справки о том, что они лечились, взамен этих справок могут получить больничные листы. Для этого необходимо обратиться в лечебное учреждение, в котором получали помощь, и получить больничный лист. В настоящее время больничные выдают во всех лечебных учреждениях города. Больших очередей при этом не наблюдается. Ежедневно за больничными листами в каждое из лечебных учреждений Славянска обращается около 100 человек.